Опасную для людей муху завезли в Россию с импортными фруктами. Пока ее обнаружили только в Геленджике и Новороссийске. Опасное насекомое тем, что может вызвать тяжелые болезни и даже с летальным исходом. Роман Оленюк сегодня узнавал, как избежать неприятной встречи с мухой-горбаткой. Каждую попавшуюся в партиях фруктов мошку под микроскоп в лаборатории ищут опасных вредителей. По всей стране в филиалах Россельхознадзора сейчас боевая готовность. До российских широт добралась муха-горбатка. Опасное насекомое привезли из Турции вместе с цитрусовыми. Она способна развиваться на любых органических, на органическом субстрате, любом, начиная с торфа в почве, на гниющих растениях. Поэтому опасность ее распространения по свету очень высока. Она быстро наращивает свою популяцию. Для развития одного поколения достаточно 15 дней.